снимаю мастер-класс для курса «Основы портрета», и хотела показать очень быстрый способ рисовать портрет, когда на цветной бумаге показывают только свет и тени. Но Света Бузанова со своим курсом про цветные карандаши так меня вдохновила. В общем, как я подсела на цветные карандаши, и теперь сижу и рисую цветными карандашами, и это вообще нифига не быстрый портрет. Так что простите меня, ребята, из курса «Основы портрета». Я обязательно вам покажу быстрый вариант. Но вот, ребят, кто еще не смотрел бесплатные уроки Светы Бузановой по цветным карандашам, то обязательно проходите, смотрите. Они крутые, вдохновляющие. И не просто смотрите, делайте упражнения, потому что они прям реально вдохновляющие. И даже вот, ну, начинаешь карандашами вообще рисовать по-другому. Я вытащила все свои карандаши. Я вообще карандаши не любила. Они у меня лежали только потому, что они красивые, и я ими любовалась. А теперь я вытащила все свои карандаши, все наборы, которые у меня когда-либо были. И акварельные, и просто цветные, да. И вот не могу оторваться, прям круто получается. Идите, смотрите обязательно бесплатку, пока она еще в доступе. И пробуйте, рисуйте. Очень классно. Нет, портреты, конечно, вы там не научитесь рисовать, но вы научитесь там карандашами работать. То есть работать карандашами прям как таким профессиональным материалом. Я сама многого не знала, потому что никогда не увлекалась цветными карандашами, и в художке нас цветными карандашами работать не учили. И на худграфе цветными карандашами, это же как бы детский, как будто бы инструмент, тоже не учили. Поэтому если вы хотите научиться таким, казалось бы, простым инструментом, обязательно посмотрите Светы на уроки, они прям вообще вау, огонь.